Приветствуем тебя, дорогой зритель. Мы обещали рассказать тебе о новостях с Comic-Con, но, как оказалось, у разработчиков и издателей были другие планы. Они решили ограничиться демонстрацией нового геймплея из своих творений. Поэтому, если ты фанат Mass Effect, Gears of War, Silent Hill и многих других игр, что побывали на Comic-Con, то вперед на просторы YouTube. Мы же передача жадная до новостей, поэтому усаживайтесь поудобнее и наслаждайтесь новым выпуском еженедельного новостного дайджеста Games Blender. Сегодня в выпуске: Duke Nukem, Hail to DLC, baby. У консоли будет свой Battlefield 3. Red Faction, конец разрушениям. 4000 треков Rock Band. Нет интернета, нет драйвер и многие другие новости. 2K и Gearbox не хотят оставлять Duke Nukem Forever в покое. И это несмотря на противоречивые отзывы в прессе и не менее противоречивые мнения в среде геймеров. Осенью Duke получит свой первый DLC, в который войдут новые режимы и карты для мультиплеера. DLC называется Hail to the Icons Parody Pack. Как следует из названия, своим контентом оно пародирует популярные сегодня игры, такие как Call of Duty и Team Fortress. Режимов обещают три: Freeze Tag, замораживание врагов, которых затем можно разбить на осколки, Hot Potato, аналог Capture the Flag, и Hail to the King, обычный режим все против всех. Карт для мультиплеера было анонсировано 4: Мегаполис, охваченный войной, Большая песочница с миниатюрными копиями Дюка, Подземелье славы и телепортами, а также карта, полная отсылок к Team Fortress. Все это удовольствие для членов First Access Club будет бесплатным. Глава DICE Патрик Бах на прошлой неделе невольно подлил масло в огонь войны между геймерами двух лагерей — ПК и консолей. Получилось это, конечно, не специально. Бах всего лишь рассказал о различиях между мультиплеерами Battlefield 3 на двух игровых платформах. Чтобы не занижать качество консольной версии, количество игроков на карте будет равняться максимум 24. В то время как на ПК убивать друг друга одновременно смогут 64 человека. При этом на консолях и сами карты будут урезаны. Патрик Бах пояснил, что подобные решения были приняты DICE с благими намерениями. По его словам, главная задача DICE — обеспечить обе игровые платформы одинаковым геймплеем и примерно равным качеством графики. Но, по словам Баха, это невозможно, если пустить 64 игрока стрелять друг друга в мультиплеере. Меж тем, Battlefield 3 обогнала по количеству предзаказов Battlefield Bad Company 2 в 10 раз и уже находится на уровне Call of Duty Black Ops. Rockstar в благодарность всем, кто не забывает о мультиплеере Red Dead Redemption, в сентябре выпустит бесплатное DLC. Называться оно будет Myths and Mavericks Bonus Pack и добавит в игру несколько персонажей для игры и новые локации для разных режимов мультиплеера. Столь радостное сообщение появилось в твиттере Rockstar, в котором компания также напомнила, что помимо DLC к Red Dead Redemption, она готовит L.A. Noire на ПК и третье пришествие Макса Пейна. THQ решила, что они вместе с Volition разрушили всю Красную планету и сказала «нет» продолжением Red Faction. Президент THQ Брайан Фаррелл заявил, что франшиза уже заняла свою нишу в истории компьютерных игр и пора оставить ее в покое. Правда, громко хлопнуть дверью не получилось. Продажи Red Faction Armageddon оказались крайне низкими. Разработчиков игры, компанию Volition, THQ не оставят без работы. Уже сейчас они бросили все силы на создание хоррора Insane, идея которого принадлежит известному режиссеру Гильермо дель Торо. На прошлой неделе количество музыкальных композиций в библиотеке Rock Band достигло 3000. На достижение этой отметки ушло 193 недели после релиза игры в ноябре 2007 года. Перешагнуть знаменательный рубеж помогло DLC с релизом 5 композиций группы Yes. По такому случаю американские фанаты Rock Band могли поучаствовать в конкурсе и выиграть право скачать любые 100 песен из библиотеки Rock Band. Сама библиотека насчитает 1200 музыкантов, которые исполняют песни с 50-х годов в 26 различных жанрах. Богатый выбор. One you want, hey little sister, shotgun.
По последним сообщениям из стана Ubisoft стало известно, что драйвер будет требовать постоянного подключения к интернету. Ubisoft продолжает считать, что интернет есть везде, а там, где его нет, просто не играют в игры. Сообщение, как это сегодня модно, появилось в твиттер-аккаунте Ubisoft, вызвав бурю негодования. Впрочем, чему возмущаться, это уже не первая игра Ubisoft, использующая такую защиту. Видимо, она работает и заставляет покупать игры прежде, чем пираты смогут ее взломать. Electronic Arts анонсировала выход Star Wars The Old Republic в России. Теперь российские фанаты «Звездных войн» и многопользовательских онлайн-игр могут оформить предзаказ за близкие сердцу рубли. Их придется выложить 1199. Желающие приобрести цифровую версию смогут сделать это только на портале Origin. Напоминаем, что предзаказ даст возможность игроку поучаствовать в тестировании игры уже в сентябре. Все, кто мечтал приручить полярного медведя, но боялся, что однажды эта зверюга захочет слопать своего хозяина, возрадуйтесь. Правда, есть одна оговорка. Возрадоваться могут те, кто является счастливым обладателем Xbox 360 и Kinect. Специально для Kinect эксклюзива Kinect Animals Microsoft выпускает дополнение, позволяющее приручить несколько видов медведей. Меж тем, для серьезных людей, которые не хотят разменивать свое время на содержание виртуальных животных, были анонсированы новые беспроводные гарнитуры и пульт управления. Это удовольствие стоит 60 и 20 долларов соответственно и появится в ноябре 2011 года. Хотели приобрести Nintendo 3DS, но смущала цена? Что ж, дождитесь 12 августа. В этот день консоль подешевеет с 250 долларов до 170. 3DS появилась совсем недавно, и от этого новость о таком грандиозном снижении цен может шокировать тех, кто приобрел 3DS ранее. А в Японии, меж тем, падение цены составило больше сотни долларов. PlayStation Vita еще не вышла, но для нее вовсю анонсируются игры. Кровавая игра, в которой с помощью целенаправленных ударов можно слегка менять вид физиономии Supremacy MMA, появится на прилавках вместе с PS Vita. Версия для Xbox 360 ожидается 20 сентября. Помимо всего прочего, на прошлой неделе появился очередной слух о системных параметрах PS Vita. Официально они до сих пор не объявлены, поэтому всем остается только строить догадки на основе разных интервью больших шишек. В данном случае директор компании Novarama, который займется выпуском нескольких игр для PS Vita, рассказал, что оперативная память консоли будет в 10 раз превосходить оную у PSP. Данное интервью позволило сделать предположение, что оперативки в PS Vita будет порядка 320-350 мегабайт. Games Blender продолжает проявлять заботу о тебе, дорогой зритель. Смотреть и слушать новости — это, безусловно, хорошо, однако не стоит забывать о прекрасном процессе чтения. Но читать нужно только лучшее, и у нас есть что вам предложить. На страницах портала 3D News вы найдете превью чужеродного долгостроя Aliens Colonial Marines — игры, которая 10 лет ждет своего выхода в свет. А тех, кто по каким-то причинам еще не знает, что значит уничтожить вражьи надежды на побеждение, милости просим обратить внимание на опубликованный пару дней назад материал о Call of Duty Modern Warfare 3. Как всегда, в конце выпуска календарь Games Blender, который расскажет об играх, готовых отнять у вас все свободное время. 2 августа на персональных компьютерах выходит долгожданный Limbo, черно-белый платформер, о котором было так много сказано, и пропустить который будет величайшей ошибкой любого уважающего себя геймера.
До того, как Сэм Фишер постарел и начал строить из себя Джека Бауэра компьютерных игр, он любил темноту и отсутствие шума. Вспомнить, как это было, можно вместе с переизданием классической трилогии о Сэме Фишере, которая теперь обзавелась HD-разрешением и 3D. Банкай! Если вы не поняли, что это такое, проходите мимо, следующая игра не для вас. Речь идет о Bleach Soul Resurrection. Игра, созданная по мотивам популярнейшего в Японии аниме про рыжего парня со здоровенным мечом, выходит 2 августа. И не спрашивайте, откуда мы это все знаем. И, наконец, 3 августа все желающие смогут познакомиться с талантом Мишеля Ганье. Insanely Twisted Shadow Planet все же добирается до релиза спустя 4 года разработки. И мы не имеем права это пропустить. Я слышал, что многие сейчас восхищаются детективным талантом какого-то Коула Фелпса. Дескать, вот он, настоящий герой нуара. Хотел бы я знать, выжил бы ваш хваленый Коул Фелпс в моем Нью-Йорке? В Нью-Йорке, где прежде чем ты задумаешься, лжет ли подозреваемый или нет, он выпустит в тебя обойму из УЗИ. В Нью-Йорке, чьи холодные ночи пробирают до костей, и единственное, что тебя согревает, это заряженные береты в обеих руках. 10 лет назад последний выстрел поставил жирную точку в этой истории. Я снял свой палец со спускового крючка. Все было кончено.